Всем привет, дорогие друзья, с вами снова, как всегда, Дэн Хайс, MyFishing World, и сегодня мы будем с вами охотиться на нерку. Будем пробовать ловить нерку, будем с вами на такой локации Долина Ветров. Стоимость поездки 2000 серебра, необходимый разряд 43, погода 9,3 градуса. Насыщенность рыбы 85%, загрязненность 4%. Рыбы в данном водоеме обитает довольно-таки много, такой довольно-таки редкая рыба. Если хотите, чтобы я какую-то из нее еще заснял, допустим, может быть, кижуч, ну, как-то попытаемся на спиннинг его пробовать ловить, кижуча. Когда-то, наверное, засниму все-таки видосик про кижуча. Редкая, ну, на самом деле, очень редкая рыба, попробую половить ее. Она должна на спиннинг брать в толще воды. Ну и будем пробовать потом в следующей серии уже, наверное, ловить. Так, ну а мы за неркой приехали. Давайте вернуться. Расстояние у нас 3 метра. По эхолоту у нас стоит 400 грамм-17 килограмм 200 грамм. Нерка и серебристая сайда. Серебристая сайда, по-моему, 17 килограммов 200 и есть. Ну мы с вами возьмем сборочку вначале чуть больше. Давайте, не знаю, на 18. Так, катушечку. У меня нету подходящего. Возьмем на 14. Лесочку мы возьмем с вами, наверное, на 15. Ну и поплавочек уже выбираем по наживке. Давайте вот этот красненький выберем. Крючок. По крючку, вот я, честно говоря, и не знаю, какой нужно выбирать. Ну давайте вначале попробуем это. Ну и по наживке у нас пиявка. На жидке у нас пиявка, закидываем на 3 метра, посмотрим, клюнет что-то или нет. Вот просто именно по крючку, я не знаю, будет по этому крючку брать или нет. Сейчас посмотрим. Я просто не помню, нерка большая она или нет. Видимо, берет, ребятки, видимо, берет. Подходит, значит, крючок. Так, ну у нас нерка как раз-таки попадается, максимально 5300, так что подходит. Может быть даже трофеем, ребятки, может быть трофеем. Стоимость 99 серебра и 22 опыта дала, довольно-таки хорошо. Также она подходит для задания, давайте второй разочек закинем. Для задания подходит, так что и трофея может быть, и для задания это, в принципе, шикарно на 3 метрах ловить. Так, еще одна поклевочка. Она сейчас облачно, вроде дождя нету, это хорошо. Так, ну и у нас подается на 4750. Ребятки, до трофея, конечно, не дотягивает. Забираем и еще один последний разочек закидываем. Нерка, в принципе, вот каждый заброс, я вам говорю, берет. Может быть, только мусор приловом, да и все, в принципе. Долина ветров, и из-за этого все время вот слышно, какой-то ветер дует. Ну, вот так как-то. Так, и у нас нерка трофейная, ребятки, попадается с третьего заброса, с третьей рыбки. Попадается трофейная нерка весом 5 килограммов, 156 грамм. Стоимость у нее с трофеем плюс 175 серебра и 33 опыта, в принципе, неплохо, могу вам так сказать. Так, ну и забираем, и, в принципе, все-таки на этом все. Подписывайтесь на канал, жмякайте лайк, пишите рыбу, которую вам нужно поймать, попробую ее поймать, заснять. Ну и, в принципе, ребятки, все. Также не забывайте подписываться на мою группу ВК, ссылочка будет в описании. Всем пока-пока.